Для Японии тайфуны – частое явление, ведь государство расположено на островах. Каждый год с июля по октябрь в Японии начинается сезон дождей и тайфунов. Эти тропические циклоны зарождаются в Тихом океане, еще весной, вдали от островов, продвигаясь постепенно на запад, потом на север. Часть тайфунов проходит вблизи японского архипелага, а часть обрушивается на него непосредственно в виде разрушительных ураганов, ливней, штормов. Наибольшее число тайфунов обрушивается на острова в августе и сентябре. Они имеют разную разрушительную силу. Тайфун Хагибис, ударивший по Японии 11-12 октября в этом 2019 году, по счету 19 в этом сезоне, оказался самым мощным за последние 60 лет. Властями заранее была объявлена эвакуация жителей во многих районах, для чего предусмотрены специальные убежища. На время разгула стихии вся окружающая жизнь была остановлена. Все магазины, заведения, предприятия закрыты. А также остановлена работа любого транспорта, в том числе железнодорожного и авиа. Ведь сила ураганного ветра тайфуна была настолько велика, что ему ничего не стоило с легкостью перевернуть автомобиль, повалить деревья, опоры электропередач. А также тайфуну ничего не стоит поднять воздух и унести человека как щепку. Поэтому ни в коем случае нельзя находиться в это время на улице. Достигая суши, воздушный вихрь утрачивает силу, быстро рассеивается. Но даже за короткое время он успевает принести большое количество вреда. А вот таким завораживающим и зловещим выглядело небо перед началом разгула стихии. We'll be right back.